Куда ты идешь? Я иду вакцинироваться. Нет, не вакцинироваться. Ты идешь сдавать тест. Да, ты на сдавала. Коронавирус. Ты сдавала его в Эстонии, приехала в Финляндию, и через трое суток нужно снова сдать тест. Вот. А тест вот здесь вот у нас, при поликлинике. Тут можно машинам въезжать. Сильный ветер, шапки, чтобы не сдуло, я сняла. Очень сильный ветер, да? Сильный ветер? Сегодня прям не верится, такой сильный ветер. Ну вот, вот это место. Сейчас Анита пойдет сдавать пробу. Надеюсь, у тебя будет он негативный. Угу. Давай, удачи. Ты специально позитивно поставишь. Давай. Еще потом поделишься впечатлениями. Анита, ты красивая и очень... Я тебя люблю. Спасибо, что ты к нам приехала в гости. Да. Мы очень рады. Мы очень долго не виделись. Угу. Вы помните Аниту, да? Да. А, ну она сейчас пошла туда, да. Мы ждем. Туда лишних людей не пускают. Сейчас у Аниты возьмут. И мы поедем дальше, да? Да. А, вот там, да, там машины. На машинах сюда можно подъезжать. Да. Там тебе свет вот это. Ну вот и все. Они-то уже сдала. Даже бумажки тебе дали какие-то. Это? Что это за бумажки? А что мусор только один раз носую? Один раз? Да. Ну а зачем тебе несколько раз? А ты хочешь раз, несколько раз? Два раза? У нас в Эстонии два раза. В обе ноздри? Да. А, ну, слушай. А тут только один нос. Она, кстати, на русском разговаривала. Да ладно, круто. Круто. Ну все, ты выполнила ответственное задание. Тебя проверили. Ответ сказали, будут, наверное, по почте, да? Да. Да, идите, зайки, идите. Все, мы сделали это дело. Кто Анита, знаешь? Ага. А чем официантка занимается на работе? Приносит еду. Молодец. Ей платят чаевые, если она хорошо обслужила, да? А что такое чаевые, знаешь? Нет. А как ты думаешь, что это может быть? Наверное, деньги. Молодец, правильно. Это деньги. А что вы ждете здесь, сидите? Мы ждем, мы тоже ждем. Элиас, зачем мы сюда пришли? Элиас, что ты хочешь здесь делать? Кушать? Скажи кушать. Кушать. Мама. Тазака. Я хочу сказать, что... А Элиас уже... Ой, Элиас. Какие-то картошка фри. Да ладно. Да. Официальные могут съесть ее и им понравится. Они сказали, вкусная картошка. Кто? Ну, почему не в парке? Там парки собаки на глазе. Да, класс. Еще там у меня пакет, клетку с этими. Ты тоже там была? Микрофия с подъемом. Да, да. Лиса. Да, там у меня пакет клетку. Мама спалила. Лиса. Ну вот, Лукас тоже сейчас покушает. Мама тебя спалила. Давай, Лукас. Мама, там с руки кормить. Заказ принесли. Ой, у тебя шарик, да. Так, все? Мы запомним этот день, как обжираловка. Все очень вкусно. Гамбургеры. Картошечка. Что? Не хотел такой гамбургер? Какой ты хотел? А какой? И вот после того, как мы немного подкрепились, мы поехали в контактный зоопарк. В этом зоопарке уже была моя дочка, ей очень понравилось. И мы решили посетить его все вместе, вместе с сестренкой. Об этом мы расскажем и покажем в следующем видео.
А сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что провели это время с нами. Всем желаю здоровья, удачи. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.